Чё так долго вы? Мы доехали туда нормально. На обратный путь же выезжать с Финишей. Поздоровайтесь все. А, привет. Короче, на обратный путь выезжаем с этого лайкопа. Думаю, бензин как раз заканчивается. Сейчас на трассу выйдем и заправимся. Ну, чё, на паузу поставь, Дариночка. Часто, вот, часто же ездили в Майкоп, чё, постоянно это. И тут решили испытать наш навигатор. Он нас повел полями. Никогда не надо соглашаться на короткий путь. Да не короткий, я просто... На паузу поставь, пап. Я как обычно ввела Ладожская, всё, он мне одну дорогу дал. Ну и всё, мы вообще выехали непонятно где, какие-то хутор Болгов. Екатериновку какую-то. Нигде заправки нет. Мы кондиционер выключили. 60 едем, молимся, чтобы хоть что-то было. Показывает одна заправка. Думаю, ну слава богу, она не рабочая. Короче, капец. Поэтому мы так долго. Я уже давай геолокацию выяснила. У нас тут связи нету. Вымершие какие-то деревни. Она папе отправляет геолокацию, пишет, ищите нас тут. Понятно. Ну, Настя мне, конечно, рассказывала, как она сдавала экзамены. Расскажи немножко зрителям. Историю российского государства и права политика сдавали за раз. Ну, потому что одни и те же преподаватели принимали. То есть, где-то я за почти за 2 часа справилась. Это что? История посложнее была, а общество, право и политика намного легче было. Там такие вопросы были, типа конституция, какой высший орган власти и все такое. Подожди, ты снимала? Это что? Да, я тебе скинула. А это что? Не, а себе на канал? Нет, мне не надо. Уехали вы во сколько? В 15:07 мы из дома уехали. Да, вот они. И во сколько вы приехали? Нормально приехали? Мы приехали, еще покушали, сходили. Ну, она просто не любит опаздывать, она поэтому мы заранее. Мы приехали за 40 минут где-то. Угу. Вот, а потом к часу сказали русский. Русский быстро написал, там вообще легко. Там было, вставьте две, где две Н, вставьте запятые, где ее. Такое. Так, угу. Ну, все, осталось нам подождать результаты. Надеюсь, что нормально. Вот, да. Мы во вкусной точке ели. В прошлый раз мы... Тихонечко. В прошлый раз мы забыли. Это надо было комбо-комплект взять, да? Да. Большой. Угу. Да, угу. Короче, купила... Что, мотаки? С перетринки он... Но это значит, что больше витаминов. Угу, так, угу. Держите, чтобы не солнце. Потом купила попугаю еще минеральную жердочку. Жердочка из минералов. И вот такие эти. Жердочки. Папка попросил, да? Нет. А, нет, сама? И взяла еще это. Тайки, палочки вкусные. Ага. Угу. Так, потом. Так. Это тебе. Это тебе. Это затушка. Ой, спасибо. Скажите спасибо. Кстати, мы тоже были. Это тебе, София, заколочка. Я... Ну, Дарине тоже подарок искали. Папка говорит, ты-то уроки ей купи. Так, вот. О, мама, соки на телефоне. О, мама, мне вот такой. Мама, мне сети. Ой, какие красивые. И я кое-что еще купила, но не смогла его держаться. Мы были в Синсее. Ну, это 62. Угу. Ну, побольше уже как-то такие. Так, 3 штучки. Мальчик родит, будет тяхать в зеленом. Ой, девочку. И два штанишка. Начинается, короче, у Насти. Давным-давно я ругаю, говорю, не покупай заранее. А почему нельзя покупать заранее? Ну, не знаю, поверь, такое есть. Я говорю, ладно бы, денег не было, надо там заранее. Родишь, Настя говорит, что, с ребенком пойду в магазин? Ну, ты же сказала, завернем в полотенчик, зайдем после родов. Я говорю, с Василька там по этих просто немного полотенец завернем, сходим, купим. А там что у вас? А, Красику, ну так тоже покажи. Классно ли вот соки? Да. И нет. Я купила корм с овощами. Угу. Не знаю, что ты не соглашаешься на день рождения большую. Зрители написали. С ума сошла. Да. Нет. И вот такую вот постель. А не купила. Кстати, еще...
Кстати, там в этом зоомагазине была акция. Покупаешь типа кор 4200. Туда входит кор, клетка, минеральная желудочка, минеральный камень, попугай в подарок. Нам еще попугая не хватало. Папка его сегодня купал. Жарко, ну, он его купал сегодня. Че, как ты купался? Снимали? Просто покупал, да и все. Завтра, это, мы, наверное, тише. Завтра поедем с Дариной, мне надо будет еще в этот ПМПК зайти. Я все, результат не заберу, мне уже с опеки звонили. Тамара Петровна, когда вы уже нам привезете? А я все забываю, блин. Я только хотела тебе сказать, может, лечу сегодня сделать? Ну, я вон уже все приготовила, банки только осталось. Дарина говорит, она там все посмотрела, у нее завтра просто консультация. А экзамены? 12, 13, 14, 14, 15. Ну, короче, а я думала завтра. Нет, завтра просто консультация. Одна в 9, а вторая не знаю во сколько. Во сколько? Две консультации, возможно, уже время. 9. Ну, ты пойдешь туда, куда ты хочешь пойти. Консультации-то просто там рассказывают, да, когда что будет. Одно и то же там рассказывают, так что не надо тебе на все ходить. Народу вообще на самом деле много сдавалось. А, и, тем более я же еще и написала, что на отдельный день. И прям мне кажется, почти все, наверное, и пришли сегодня сдавать. Ну, Настя говорит, некоторые вообще 10 минут уходили. Да, историю пошли писать. История посложнее, потому что если я там денежную реформу, отмену крепостного права, такое элементарные базовые вещи я еще хорошо знаю, то там, например, правление, там я сидела долго, думала, кто когда правил, когда там какой совет проводился, это я долго сидела, думала. Но не спишешь вообще, вот реально не спишешь. Потому что два преподавателя в аудитории, они, во-первых, сразу сказали, телефоны наверх экраном, чтобы мы их видели. Вниз экрана, да. И они ходили по аудитории, вообще никак не спишь. Садились только по два человека, там вот эти большие, такие, как в университетах, парты. По два человека и все. Вот, единственное, что там как с детьми, один какой-то. Ну, потому что очень много других национальностей присутствует. И они же неправильно пишут по-русски. И они им говорят, не пишите слово юриспруденция, а то, говорит, мне потом страшно аж читать. Ведь фамилии, пожалуйста, печатные буквами. И вот потом, когда сдавали, она проверяла, повторяла фамилию, говорит, тебе так идет имя Анастасия, и фамилия такая красивая. Я говорю, ну, за имя родителей спасибо, за фамилию мужу. Вот, и это... И очень душно, ни одного кондиционера нету ни в одной аудитории вообще. Это, говорит, меня тошнило, мне так плохо. Алина, хорошо сходила мне за ледяной воду, я говорю. Ну, ничего, надеюсь, нормально. Ну, будем надеяться, да. Ну, ладно. Кушать будете? Давайте. Да. Алина, мы же это, во вкусной точке осталась у нас картошка, короче, ну мы ее назад едем, после заправки выдохнули, что заправились. Говорю, все, давай картошку быстро поедем. Алина ее в рот, она мне подустала. Кошмар. Так и подавиться можно. Я чуть не померла. Ты жрешь не во все горло. Ну, это на телефон, доча. А, ты уже отлепила. На телефон надо прилепить. Софийка поиграла с Томкой. Вася таскает лечи. Я его приготовила. Алина с Дариной спят. Вот. Решили что-то отдохнуть. Настя поехала в магазин. И немножко опоздала. Там у нас продают огурцы, помидоры, фермер. Ну ладно, тогда завтра. Потому что я быстро так сделала. Настя говорит, я тоже хочу еще накрутить. Я говорю, ну ладно. Сейчас позвонила, я говорю, завтра уже. Может быть, на рынке купим. Вася попросил, говорит, оставь мне одну. Я говорю, ну, вот осталось. Завтра побольше тогда купим и в два захода приготовим лечи. Все, только хлеб купит. Купила дочь хлеб. Что это такое? Тебе назначили?
Мам, изжога. А, сказали, можно? Да, написано при беременности. Да я никогда не знала, что такое изжога. Ну, она, Настя просто забыла, как ей было плохо к Софийке. Она каждый раз жалуется. У меня изжога, у меня ноги болят. Софийкой такого не было, Софийкой такого не было. Так, ножик убери подальше. Мороженое купила мама? Да. Или ты? Кто купил мороженое? Я. Я пик, говорит. Не, ничего. Другую ей дай, плоскую. Сейчас все остынет, посуду помою. Завтра тогда купим побольше. Не 3 килограмма помидор, а 6. Да, чтобы на 2 раза сразу все резать и готовить. Я буквально за час сегодня справилась. Это недолго. Вкусно вам? Кстати, девчонки в лагере вчера, по-моему, да, звонят. Мы вчера домой приехали. Звонят, говорят, мы сейчас, нам деньги выдадут, мы пойдем в магазин мороженое купим. Я говорю, не ходите, мы вам сейчас много всего привезем, 2 пакета. А вы им что, набрали? Ну, конечно, мы же им посылку там отправили, деньги положили. Они говорят, мы мамы посылку получили. Через некоторое время Саша пишет, нас не повели, но нам выдали мороженое. Им, по идее, им деньги там совсем не нужны. Их там кормят, как на убой, о, без конца. Не знаю, нам 200 рублей на 21 день давали. Ну, ну вот я что там оставила, они говорят, мам, мы пойдем куда-то, где стреляют. Там по 450 что ли стоит. А до этого предлагали на коне, на конях покататься. 5 минут, 1500. Но Саша говорит, мы отказались, потому что сразу деньги все уйдут, и что это 5 минут? Ну, это во-первых, а во-вторых, как-то не очень, мне кажется, страшновато. Ну, может, на пони, на... Ну, почему 1500-то сразу, я понять не могу. Ну, потому что, мам, дети в лагерь приехали, все прекрасно понимают, что детям раздали деньги. И еще... У них там такой красивый бассейн. Саша мне снимала, ну, буквально там 5 секунд. Я даже не успела ничего рассмотреть. Я говорю, Саш, ты в следующий раз. Они каждое утро ходят в бассейн, а после обеда они ходят там полдник, обед, какой-то паузин, их кормят и кормят, кормят и кормят. А потом в бассейн ходят. Ну, наверное. Дают кислородные коктейли у них там. Да. Баба, она вот... Баба, да? Слушай, так прикольно рассказывать, что приходит опять. Мама, Лили, как она крысюка называет? Крысюк, изя, ням-ням, типа. Что, съест ее? Ну, ладно, кушайте. В общем, девчонки отдыхают там. Сегодня только один раз позвонили, и все, им некогда. Я говорю, ну, отдыхайте. Ну, по крайней мере, не плачутся, не звонят. Обычно первые дни как-то дети скучают, а тут нет. Он такой, да. А лучше да. Потерплю. Да, ну, немножко это, потом нормально, чем страдать. Это... Когда тебе на прием к врачу? 15-го, кстати, надо сдать анализы свои. Угу. Так завтра заедь. Завтра рано поедем с Дариной. Ну, посмотрим, кто поедет у нас, потому что завтра с Томой на прием. Еще будем решать, кто поедет с Дариной, кто с Томой останется. Мне хоть разорвись. С Дариной надо съездить, и с Томой надо сходить. Папа с Томой сходит. Ну, посмотрим. Мы с Дариной можем съездить без тебя. Мне нужно в ПМПК справку забрать. Если отдадут они тебе, ну, навряд ли отдадут. Тоже в опеку надо отнести. По поводу посудомойки. Почему мы моем посуду, прежде чем ее ставить в посудомойку? Вот видите, девчонки, ели мороженое. И вот оно тут почему-то прям присохло. Видите? Мне кажется, вот эта вот посудомойка все равно не возьмет. И мы... Прежде чем ставить, я детей учу, чтобы сначала это немножко... Мы не моем посуду, просто грязь убираем. Видите, как насыпали. В общем, сейчас последнюю уже составлю посуду и пойду видео за вчерашний день делать.
Девчонок разбужу, пускай дома попылесосят и полы помоют. Потому что остальное все я уже сделала. Папка дверь ломает. Ты все-таки решил там делать дверь? Да. Почему? Вот так. Вроде по середке хотел. Передумал. Получилось, для душевой закрытого пространства мало. А, ну хорошо. Пап, да, ты прежде чем ломать, может быть, мы все-таки с бассейном разберемся. Он иссохнется весь. Всю воду вылить, помыть его и уже убрать. Вот поливать будем, и отсюда воду будем брать. В общем, надо его убрать уже. Бочку купить и в бочку. Просто рассохнется. И тот помыть надо. Девчонкам воду налить. Сегодня, знаете, постиралась. Думаю, полотенца все в сушильной машине посушу. А она у меня не включилась. Потом Вася говорю, посмотри. А Вася говорит, это... как она? Розетка. Да, короче, надо ее это отремонтировать. Но Салина до сих пор спит. Что она ночью делать будет? Она зато до 6 утра потом не спит. Смотри, мама пришла. Что, играете? Да. А этих нету тут сидеть? Неудобно же. Есть же вон песочница специальная. Сиденье папа сделал. Что, Дариночка, выспалась? Ну, такой сел. Ты три ведра насеяла? Молодец, так, молодец. Вот так. Ага. Семь. Ну, время 7, только вышли. Выйти невозможно днем. Папа, так. Ну, играйте, играйте. Помощница папкина три ведра насеяла? Ну, молодец, сельщица. Ой, перец надо уже собирать опять, наверное. Тайка уже сгрызла одну палку. Какую палку? Алиса! А, господи, я думаю, какую палку она сгрызла. Ну, ладно, ладно. Виноград какой-нибудь, может, сгрызла, не? Ну, этот поздний. Тут папка сказал, можно резать уже. О! Алин, ты тоже проснулась? Добрый вечер! Выспалась? Олешенька, пока никого нет. Вот иди как раз по пылесосе полы помой. Ну? Они там с Дариной вместе на пару как завалились. Ладно, я побежала. У меня там... Так, нет, не сыпь. Не сыпь, Тома сеяла, а ты рассыпаешь. Тут играйте. Я... Чё? Ладно, я пошла. У меня там белье надо развесить. Еще надо постельное детей перестирать все. Но это может завтра. Сохнет, между прочим, мгновенно. Вот, пока сейчас... Часа не прошло, уже все высохло. Пойду там белье развешу. Ну, под навесом, конечно, на веранде сохнет долго. Всю ночь будет сохнуть. А здесь на ветру быстренько. Поэтому нам надо там навес доделать, там буду все белье сушить. Дошла Дарина, такая лежит. Я говорю, дочь, ты чего, пока будешь лежа, она еще больше легла. Ой. Время у нас уже, мы сейчас уже Софийка спать будем ложиться. Без 10:10. Ой, 9. Вчера Саша звонит, уже, наверное, где-то было 10:30. Я говорю, дочь, ты что звонишь? Все спят. Ой, я забыла. Она такая... Не знаю, сегодня вспомнят, не вспомнят. Ну, вы видели, у них жизнь там проходит весело очень. Ты знаешь, что они в Солнечном, они в Приморском? Нет. У них там комнаты на 3 человека. Ты видео наше не смотришь, совсем комментарии не читаешь? Нет, комментарии я читаю, конечно же. А видео что, не смотришь? А видео нет. Мне главное, мне просто интересно, что в комментариях. Так что я все знаю, что пишут там подписчики. Ну и тебе это надо? Ну, мне интересно же. Ну и что про тебя пишут? Много чего. У нас вот Алина тоже читает, даже отвечает иногда. Настя никогда не читает комментарии. А у меня почему-то не получается отвечать. Наверное, потому что у меня нет аккаунта своего там. А что ты хочешь там отвечать?
Как ответишь кто-нибудь что-нибудь. А у меня нет Дарининого ТикТока, Телеграма. ТикТок я уже не веду. Там просто уже ничего. Ну, то есть, уже ТикТок вообще не интересен. Все там уже. У меня даже ТикТока нет. И где ты что смотришь? В Инстаграме вот эти вот тоже видео всякие есть. Да? У меня нет Инстаграма. Так что не могу ничего посмотреть. Я смотрю только Ютуб, ну и ТикТок. У меня тоже есть ВК, есть Инстаграм, Телеграм. Не знаю, зачем мне они нужны, если... У меня есть страницы, но я их вообще что-то не веду. Ну, понятно. Понимаю, подожди, меня зовут. Дорогие мои, всем пока. Всем пока-пока. Да, завтра Дарина едет на консультацию, и там уже потом от этого будем плясать, что там дальше. Плясать. Да, всем пока.